Должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне. А я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня беспредметными. И встречи наших делегаций, это еще раз подчеркиваю, они больше политические. Беспредметные. Это три конфликтующие страны на сегодня. Так или иначе. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились. Этого достаточно. Нашего с ним договора с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, чтобы начать процесс выхода. Thank you.